Сочинская ТЭС помимо электроснабжения обеспечивает потребителей центрального района города теплом и горячей водой. Тепло от станции стало поступать в дома жителей Сочи через 14-ю котельную 3 года назад. Каждый год система подачи тепла модернизировалась и улучшалась. В 2018-м Сочинская ТЭС провела масштабную работу по ремонту и наладке оборудования. В результате стали наращиваться объемы отпуска тепла. По сравнению с прошлым годом он повысился на 56%. Чем больше идет отпуск тепла, тем выше эффективность станции. Задача предприятия на следующий год – продолжать развитие тепловых сетей. Уже сейчас совместно с Сочи Теплоэнерго запускается новая теплосеть в микрорайон Раздольная. Кроме того, на станции был реализован проект по объединению всех 4 газодожимных компрессоров в один общий коллектор, что позволяет при снижении нагрузки на блоках один из компрессоров оставлять в резерве, тем самым экономить собственные электрические нужды станции. Основные задачи на 2019 год для нас – это провести наши плановые ремонты и подготовить станцию к прохождению ОЗП 2019-2020. А также это дальнейшее развитие нашей тепловой сети для того, чтобы обеспечить теплом потребителей нового микрорайона Раздольная. Работы по запуску новой теплосети проводятся совместно с предприятием «Сочи Теплоэнерго». Запустить ее в работу планируется в текущем отопительном сезоне. За прошлый год больше электроэнергии выработал еще один объект «Интеррау электрогенерация» в Краснодарском крае – Джубгинская ТЭС. Показатели увеличились на 10%. На станции также были проведены 2 крупных ремонта уникальных газотурбинных установок. Каждый год улучшается не только работа станции, но и сотрудников. Для персонала действуют программы по обучению и личностному росту.